все, народ избавляется. Вот энциклопедия. Что это? Не Британика. Колумбия. Энциклопедия. Видите, вот это вот кресло плетеное. Когда оно, если бы оно было в прекрасном состоянии, оно стоит очень солидных денег, потому что они сейчас стали популярные. И это видно, что было старинное. Возможно, даже его можно и реставрировать. Вы знаете, я даже оригинал видела, вот такие вот просиженные. Главное, чтобы были они настоящие. Люди их реставрируют. Конечно, так оно выглядит, как чудовище. Я забыла и как этот завод называется, и про все забыла. Вы знаете, я так сегодня набегалась, я делала видео вам. И пробежала полностью пешком наш район. И поэтому сейчас я еще, так скажу, не совсем отдохнула. Вот прекрасный стул. Вообще просто в идеальном состоянии. Просто в идеальном. Это где-то для бара. Не то, что в идеальном, а вообще как с магазина. Там стулья, тут игрушки, там кресло. Это что такое? Ой ты, бог ты мой. Love my coffee. Вот такой. Глаза на... Глазки на раскоряку. А это кто? О, бульдог. Во, целый мешок. Сколько тут килограммов? Вот какой огромный. Соль для свиммингпула. Для бассейна. Может, они бассейн закатали? Зачем они соль выкинули? На этом не буду я снимать дом. На этом же месте я уже снимала 3 месяца назад видео. И также я слышала мяу. Кто-то сидел мяу-мяу. Котик сиамский сидит, меня видит и говорит мяу. Да мой ты золотой. Ой, батюшки, там даже 2 котика. Сиамских. Вот смотрите, какая лампа. А, так это вот это как? Это какая-то модерная. Вообще в идеальном просто состоянии. Кс-кс-кс-кс. Ну, я сейчас не буду ее раскручивать. Вот. Красота. Ой, да мои золотые. Ой, мяу. У меня в Алмате была кошка персидская, хотела сказать. Это сейчас у меня кот персидский. Сиамская. Вот это ремень. Вот это да. Ремень с настоящей кожей. Я даже не знаю, из чего это кожа. Это змеиная кожа. А другая из чего? Ремень, дорогие мои, крутой. Всем ремням ремень, так скажу. Так, здесь Сони. Сони и к нему
Ага, а это что такое? Тут же стоит. Панасоник. Панасоник. Такой. И, в общем, полностью. А, и колонки к нему. Во. И такой. Конечно, лампочка очень красивая. А, тогда не одна лампочка, даже две таких лампочки. Ну так, это еще вроде ничего, только немножко подмазать его. Опять буфет. Здесь печка. Это не микроволновка, а печка. Дорогие мои зрители, кто только попал на мой канал, знаете, что все мои видео не обрезаны. Я как снимаю, абсолютно сразу же так выставляю. Так что не обессудьте, где у меня язык заплетется, где я что не так сказала, потому что я считаю свои видео просто домашние видео. И сегодня я вам сказала, я набегалась уже. И практически вот только вокруг дома сняла, а это у нас на второй улице. Это уже надо ехать. Так что уже темнеет, а меня вынесло. Вынесло, а тут проехала уже. Вы не представляете, на нашей улице сегодня, я не знаю, по-моему, штук 100 машин проехало. Так что это счастье, если что-то интересное я смогу снять. Мячики. И такой. Шапочка миниатюрная. А это Smart Finder. Эх, если бы у меня такое было, я бы ключи свои не потеряла. А к ним еще что-то должно быть или ничего не должно быть? Смотрите, две штучки. Вот это я возьму. Ну, а тут я что-то тоже не пойму. Ну, ничего я не знаю, незнайка. Наверное, нужна батарейка к нему. Вот такой поваренок. Да. Мебеля. Мебеля. И вообще, дорогие мои, я когда начинаю снимать видео, вы знаете, я не помню, что я вначале говорила, что в конце, потому что мои видео состоят из сотни маленьких кусочков, поэтому не удивляйтесь, что
Получается, вот получается так, как получается. Вот полочка какая хорошая. Здесь мешки с игрушками. Чего только нет опять. Что-то зайка, наверное, его крутить надо. Может так? Ой. Лето 2017 год. Игрушечка. Вот австралийская копилочка. Это австралийские доллары такие, 100 долларов. Видите, зелененькие. Вот. Нету, копилка пустая. Копилка. А вон там еще такой же зайка. Банан. Привет, дорогие мои, из Австралии. Это я, Банан Иваныч. Да, вот тут коляска, конечно, в прекрасном состоянии. У нас коляски передавались по наследству. Везде все реставрируют, реновируют. Старые дома некоторые надстраивают. Во, бутылки пустые. Коллекция. Коллекция. Мишка. Ух, так. Ребята, кто-то в мишке что-то прятал. Видите? Какой ужас. Мишенька. Чик-чик тебя. Раздербанили. Я не помню, рассказывала, не рассказывала вам одну историю. У нас одна знакомая, что учудила. Она хранила все деньги, ой, все драгоценности в одной сумке. И взяла эту сумку, куда она ее, по-моему, в секонд-хенд, что ли, она ее сдала. Или выкинула. Вот мне что-то уже из головы вылетело. Ну, в общем, всех драгоценностей лишилась своими руками. Вот так сундуки. Вот так сундуки. Ох ты ж! И тут, и там. Вот этот дом очень красивый. Видите, какой он. Модерный стиль. И окна прямо смотрят на Ботани Бэй залив. Потому что через дорогу находится Ботани Бэй. Вот он, куда приплыл капитан Кук. На этих видео, на моих видео, это я уже показывала не один десяток раз. Я просто не буду переходить дорогу.
Вот он, залив. И вот такой красивый дом. Смотрите, как, какое вообще сочетание камня и дерева. Вообще просто загляденье, а не дом. Это у людей какой-то хороший был архитектор. Я не знаю, это дом на одного хозяина. Так, двери тут одни. Возможно, это на одного хозяина. Что это такое? Понятия не могу. Вы знаете, я что вспомнила? Это дом, который из камня и из дерева. Я вспомнила, потому что следующий домик — это одного дедушки. Он тоже этот домик продал. Года 2 назад. И он сказал, что передо мной, который вот этот на углу, угловой дом, там был старый, его срушили, значит, около 3 лет тому назад. Он был продан за, по-моему, за 1 600 000 долларов. Сколько стоило построить такой дом, я не знаю. Потому что если обычный, ну, примерно 300 000 долларов. Ничего специального. Но этот точно больше, чем 500 000. Слушайте, ну вот это красота. Ну вот это красота. Все. Еще ничего не обрезано, только вынесли. Тут детская кроватка. Ну и, конечно, народ все разбомбил. Тут столько народу прошло, что целая армия. Машины подъезжали, загружали, увозили. Так что не думайте, что это кто-то тут только бедный носится и все это собирает. В основном, ну, как это получается, люди, допустим, что-то выносят, сосед смотрит, вынес что-то хорошее, спокойно также человек, если ему надо, возьмет, и никто его за это не осудит. Потому что это здесь действительно, это получается, как говорится, траш и трежа. Народ носится, собирает себе в магазины. Очень много людей. Я уже делала видео из антикварного магазина. Если вы там можете посмотреть, там очень много вещей находится. То, что вы видели у меня в видео. Так что, ну, я так думаю, 90% люди собирают это все, те, кто держит магазины. Ну, а остальные так, кто прогуливается и кому что понравится, тот то и забирает. Сам дел
Наверное, у них батарейка закончилась, прикончилась. А ну да, их тут швырнули. Стрелки погнули. Ну-ка, если стрелки вот так разоединить, может, не будут цепляться одну за другую. Точно, смотрите. Идут. Идут. Еще идут старинные часы. Ну, необычные. Вообще, конечно, интересные. Сейчас опять зацепятся. Ну-ка, раз, два, три. Так, так, так. Нет, не зацепились. Уже темнеет. Мультифанкшн тестер. Это значит, батарейки проверять, работают, не работают, наверное. Смотрите, какая тут сумочка для перевозки животных. Шерпа. Вы знаете, по-сербски шерпа — это кастрюля. Так, а здесь коробка 24 писес порцелана. Вот видите, все новое. Новая, непользованная посудка. Просто белая. Ёлочки, иголочки. Кто тут сидит? Ну, этот симпатичный Фич. Крисмас. Может, это какой, может, это какой-то коллекционный, что-то там пишут на нем. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Не вижу. Не вижу, что написано. Морган и Финч. Ага. Значит, вот. Видите, что? Что делится? Ну что, вот этот Морган поедет со мной. Ну-ка, что тут еще интересное? I will take this one. It's yours. I will take this one. I'm making video. This is brand new. I'm already make video with this because I will put it on YouTube. Very good. What people in Australia put on the street? On the street. What stupid people, What you think? Well, I didn't say it's about you, it's about everyone. Everyone, yeah. Because we live here, I don't know why. Why? So lazy, give to second-hand shop. Yeah, it's true. You know, and I'm making video, and after that I will put on YouTube, and your box people can see in Russia. Because I'm making video for Russian people. Yeah. Where are you originally from? Romania. Huh? Romania. Ah,
Because I can see you some European. Yeah, well, I never use it. Who was living here? Me, that's my... No, this here... My cat, but What happened with cat? Oh, no, I have... My cat is big, it's a 10 kilo cat. Oh. And she grew up and I bought a bigger one. I have nothing, I can't believe it. Really? So, it's the so... The lady is making video for Russia. What the people put on the street. Вы знаете, что я говорю? Что у тебя случилось с котом? Почему ты выбросил вот это вот? Он говорит, у меня кот стал 10 килограмм, и он сюда не помещается. Ну, комедия. Дорогие мои... Я стояла с людьми, разговаривала полчаса. Они оказались из Румынии. Ровно полчаса, видите, уже даже свет погас. Вот, я их спросила, что стало с вашим котом? Почему вы поставили сюда такую красивую сумку? Они сказали... Я говорю, вы раскормили кота до 10 килограмм? Они говорят, нет, мы купили майкуна. Он очень большой котик. Вот так вот. Вот поэтому лучше снимать ночью, потому что я бы могла еще наснимать вам сколько видео, но стояли и болтали о серьезных вещах, как поменялась Австралия. Ну, а я не знаю, сейчас посмотрю, или домой ехать, или снимать, или что мне делать. Или сейчас попробую я на телефоне включить вспышку, потому что там он еще тоже что-то, какие-то игрушечки есть. А вам так видно не будет. Так. Вы знаете, такие приятные люди были. Просто вот стояла, если бы... Я думаю, я с ними еще увижусь. Очень приятное. Ой, тут... Ну, вот это взять, что ли, мне для моей кумы? Сумочки. Ой. Ну чего только нет, чего только нет. Там Дедушка Морозик. Ух ты ж, это кто? Вот такой. Это лисичка, по-моему. Смотрите, у лисички очки на глазах. И лисичка идет с подарками. Лисичка-сестричка. И там еще одна сумочка. Вот это да. Вот это да, что тут поставили. Сами посмотрите. Это вообще в идеальном состоянии дивана. Я не знаю, на них сидели или не сидели. Но вот муха на нем сидела. Вот видите, муха сейчас сидит. Они ставятся на вот такие ножки. Еще это значит, ножки отдельно поставили.
из всего. Да. Ну, в общем, о-о-о, видите, вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот летучая мышка. Матерь Божья. Ой. Ой, это называется мама дорогая, летающая лисичка. Это не лисичка, это вообще-то летающий конь называется. Ребята, они огромные. Вот. Видите, что твое... О, мама дорогая, ай-яй-яй-яй-яй. Невозможно снять, потому что темно. У них мордочки хорошенькие-прихорошенькие. Вон, сколько тут летают. Но крылья – это полный капец. Полный или худой. Вот они. Лисички, сестрички. Очень жалко. Это уже нужна специальная камера, чтобы можно было снять. И слышите, как они разговаривают между собой? Пикают. Ребята, я поехала дальше. Я не знаю, куда. Или домой. Пока такая... Ой. Слышно вам? Не слышно? Пиканье. Ну его нафиг. Если такая сядет на голову, по-моему, это все. Это бы была последняя секунда моей жизни. Поехала я отсюда, от греха подальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как страшно они кричат. Смотрите, какой горшок. Ух ты ж, красота какая. Ну-ка, где он сделан? Конечно, в Китае. 25 сантиметров. Диаметр. Так, Made in China. Гарантия under Australian и New Zealand закон. Гарантируют для австралийцев, что сделано отличного качества. Но я и так вижу. Не то, что отличного, а вообще красота. Его только помыть. Вот такая вот. Вот такой горшок. О! Ну вот какого размера. Вот моя ладошка, видите? Вот. Вы знаете, хоть смейтесь, хоть не смейтесь. Склероз нагрянул незаметно. Не помню, где машину оставила. Вот это капец. Это мне сейчас надо... То, что я на одной улице ездила, на второй, на третьей, и вот так направо-налево, направо-налево приехала. Вот она, приехала. Не могу вспомнить. Даже не то, что... с какой стороны улицы оставила. И с какой ехала. Да. Пошла я машину искать. Так, хожу машину ищу. Придется мне с одной стороны пройти и с другой. Вот пока шла. Тут огромная клетка. Для маленького пика.
Ой, ребята, знаете что? Мне что-то этот, как его, что вам сказать? Я сейчас заплачу. Заблудилась в трех елках. На соседней улице я заблудилась. Так, у меня закончилась вспышка, 15% батарейка только осталась. Я даже сейчас не могу включить фонарик. Мать его, мать, да что ж это такое, а? Голова ты моя удалая, да где ж ты моя машинка, а? Ой, ой, ребята. Короче, и возвращаюсь обратно вон к тем птичкам. Так, тут ее нет. Кажется, ее припарковала где-то сзади большой машины. Кажется. Ой, она. Или не она? Ой, похоже на мою, но не она. О, бог ты мой. Люди добрые, помогите. Мне уже не смешно. Не до смеха. Ага, опять мне приходится мимо этих крикунов проходить. Вот это да. Вот это да. Так, наверное, я с вами прощаюсь, потому что вы будете со мной метаться сейчас, машину искать? По-моему, вот это она. Ой. Ну как же так? Как и она? Это ты? Ой, господи! Машинка моя! Ребята, ну я же мимо нее прошла. Ой, какой кошмар. А что будет дальше? Вот это да.